каждому участнику коучинга мы сразу дарим в подарок личный календарь по Сюцай на 24 год, потому что у нас запланировано там будет занятие, да, занятие по постановке целей, стратегии. Зачастую человек путается, как ставить цель в этом году. В следующем году будет другая годовая цель. Это надо тоже понимать. От того, как вы поставите согласно годовой цели вашу цель, появится стратегия. Стратегия от цели, она будет изменяться. Стратегия – это ваши действия. А цель, она уже будет определена. Я хочу большого розового Мерседеса, друзья. Это не цель, это просто желание. А вот именно надо поставить цель согласно этого года. Что еще? Общение будет в Зуме. Никуда лететь не надо. Никуда ехать не надо. Вы в воскресенье в основном, на неделе будет два занятия. В воскресенье в 19:00 по Астане, потому что кроме вас еще люди будут с Европы, с Америки. У нас там разница, да, большая. И в четверг. В четверг посреди недели, чтобы подогреть понимание, да. Коммуникация сама команды будет в чате Telegram, и все записи будут сохраняться в Zoom и до отправляться в чат, потому что мы все человеки, да, кто-то там задержался на работе, у кого-то там, я не знаю, праздник, там, юбилей, человек может потом прийти, участник, лидер коучинга, и заново просмотреть занятия, сделав домашнее задание, сделав выводы. Это важно просмотреть, потому что в течение 2 месяцев надо заново смотреть по 3-4 раза занять, потому что первый раз не зашло, то на второй-третий раз зайдет и провалится по совершенно по-другому.